Меня зовут Надежда, и я впервые сегодня попала на эту замечательную выставку космического искусства третьего тысячелетия Виктории Преображенской. И я вот очень люблю различные течения, восточные, в том числе Рерихов. И вот то непередаваемое ощущение, вот когда ты смотришь на картину и понимаешь, что сейчас ты находишься совершенно где-то вот в таких высоких мирах и получаешь необыкновенный заряд энергии, раскрывая в себе какие-то вот новые глубины души. И вот это то, что я чувствую, глядя на картины, вот на эти все великолепные. Это совершенно потрясающее ощущение. Я пришла сюда со своей дочкой, которой 7 лет, и я ее просто не могу оторвать от картин, которые просто вот... Она на них смотрит, и мы очень долго находимся в этом пространстве, потому что невозможно, невозможно впитать в себя эту всю необъятную красоту, и очень хочется здесь пребывать все дольше и дольше. Мне очень понравилось. Я еще хочу сюда прийти. И очень красивые картины. Нам очень понравилась эта выставка, и мы бы хотели сюда прийти еще.